Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за прошедшие выходные. Вечером 25 октября в Новом Уренгое в ходе профмероприятия автоинспекторы поймали водителя без прав. Мировой суд отправил нарушителя под арест на 5 суток, а транспорт уехал отдыхать на спецстоянку. 26 октября в Губкинском ДПС остановила автомобиль, за рулем которого оказался 37-летний водитель из Свердловской области. Признаки опьянения были налицо. Проверка показала, мужчину неоднократно лишали прав за нетрезвую езду, и на нем висит уже 4 судимости. Теперь любителю пьяных покатушек грозит новое уголовное дело. 26 октября в Ноябрьске «Лада» припарковалась прямо в забор. ДТП случилось на улице Магистральной. Как выяснилось, водитель не учел погоду и дорогу. В итоге потерял управление. Пострадал 37-летний пассажир. Его доставили в больницу. Ведется проверка. На следующий день вечером в Ноябрьске произошла еще одна авария. Автомобиль Hyundai въехал прямо в двери центра микрохирургии глаза по улице Городилова, 8. В ходе проверки выяснилось, что водитель не убедился в безопасности маневра. Обошлось без пострадавших. 25 октября примерно в 15:30 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании в цеху по переработке оленины в Тазовском. Пожарные незамедлительно прибыли на место и потушили огонь за 17 минут. Пострадал фасад и утеплитель между сваями. Внутренние помещения и оборудование не пострадали. Причины возгорания выясняются. На работу цеха происшествие не повлияло. 27 октября в Салехарде загорелась квартира в двухэтажном доме на переулке Строителей, 8. Когда огнеборцы прибыли, густой дым уже валил из окон обоих этажей. Спасатели эвакуировали одного человека и потушили огонь. Площадь повреждений составила 35 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания пока выясняется. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.